вот еще 10-15 шагов, и я уже буду на вершине, где меня встречает съемочная группа телеканала X. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Илларионов. Мы на вершине горы Кушкая. 5 минут на любование окрестными красотами. И дальше в резвом темпе нужно направляться на мыс Аяк, где раньше находилась радиолокационная станция. День обещает быть жарким. Утреннее марево скрадывает перспективу горизонта. Но все-таки угадывается очертание горы Ильяская. Слева от нее проступают пальцы храма Солнца. Мы там уже побывали, в этом году обязательно еще раз сходим. Но пока нам нужно найти тропу до мыса Ая. Пойдем ее искать. На вершине Кушкаи мне довелось побывать более 100 раз. Но вот есть нововведение. Вот такие путеводные шпалы установлены вдоль всей могучей, великой, большой Севастопольской тропы. По идее, до Балаклавы от этого столба под номером 37 нам предстоит пройти порядка 16 километров за 7 часов. Это без учета время для видеосъемок. Но теоретически засветло до Балаклавы мы должны дойти. Лес на Кушкае просто сказочный. Но эта сказка ограничена вот такой сеткой рабицы и забором высотой в 3-4 метра. Чтобы попасть в сказку, придется открыть калитку. Слава богу, она сегодня без замков. Вот он, долгожданный столбик. Читаем. 36 номер. Ну вот, до набережной Балаклавы уже на 100 метров меньше. Нам осталось найти 35 таких столбов. После этого мы сможем попить кофе на набережной Балаклавы. Продолжим поиски. Здесь, на вершине мыса Ая, где располагалась позиция радиолокационного поста, место, продуваемое всеми ветрами в течение всего года. Поэтому для укрытия машин, в том числе и от внешнего наблюдения, были построены вот такие вот капониры. Здесь стояли радиолокационные станции типа мыс. Автомобили находились в укрытиях. По мере необходимости они выезжали и разворачивали радиолокационную систему. Непосредственно с этой точки целеуказания могли поступать и на сотку, напрямую минуя штаб флота. Вот это как раз и есть позиция радиолокационного поста. Она огорожена с одной стороны столбиками, традиционными для середины прошлого века в качестве дорожного ограждения. А с другой стороны, кладкой из камня, обработанного вручную, и, видимо, далеко не в 20 веке. Видимо, где-то рядом были жилые постройки более раннего периода, которые разбирались и потом использовались для строительства этого военного городка.
столбики ограждения позиции радиолокационной станции имели и другую функцию. За них крепились чалки. Когда машина с радиолокационной станции выходила на позицию, поднимала антенну, антенну нужно было зафиксировать от ветра, чтобы она не качалась и, не дай бог, не была повалена ветром. Чуть западнее позиции радиолокационной станции на вершине мыса Ая начинается почти 100-метровый отвесный обрыв ущелья, которое ведет в затерянный мир. Но спускаться здесь людям, не имеющим высокой альпинистской подготовки, я бы не рекомендовал. Во-первых, живые камни, во-вторых, высокая степень обрушения самого склона и частые оползни и обвалы. Московское время 10 часов без 2 минут. Мы покидаем радиолокационную позицию на мысе Ая и направляемся в сторону урочища Казан-Даре. А дальше будем искать тропу на Балаклаву. Итак, мы достигли юбилейного столбика номер 25. Это ровно середина маршрута. До Балаклавы осталось 4 часа хода. Не верится. Час назад мы закопали на лесной полянке наш штатив, запасные аккумуляторы и вторую видеокамеру. Нести тяжело. Заберем в следующий раз. Вспоминаем добрым, незлобным словом того человека, который порекомендовал нам пойти по этой тропе. Давно с товарищем хотели попробовать эту тропу с той стороны, именно потому что со стороны Васпинского перевала не нашли ее начала. Но впечатления полностью оправдались, прям так скажем. Начинается тропа, скажем так, ее вот в этом году официально промаркировали, поставили столбики от бочки смерти, там, если знаете. И в эту сторону со всеми ответвлениями, и там показаны тропы на оборонное, на резервное. Но наиболее интересный участок начинается дальше, там вот от родничка на Язьма-Чакра. Да, да. Да. Вот здесь тропа идет более-менее на одном уровне, постоянно вверх-вниз с перепадами, местами, скажем так, даже она... Ну, да, надо оборудовать немножко. Есть трудно проходимо, чтобы делать ее местом поставить. Общественного пользования. Но в то же время держит в постоянном таком напряжении. Тут под вами сразу отвесные склоны моря, а над вами скалы. Великолепно вообще. Отлично, шикарное место. Подходит к завершению наше путешествие на этапе кабанья оленьего вольера. Мы хорошо погуляли по сказке, но пора возвращаться в реальный мир. Раньше нелегалы через эту дырку
попадали сюда или обратно. Сейчас совсем другое дело. Мы в правовом поле России. Опа! Калитка открыта. Все пути для человека. Все для человека. Только, говорят, надо калитку за собой закрывать. А я! Меня забыли, откройте! А, тут открыто. Класс. А вы спрашиваете, почему мыс называется Ая? Вот отсюда и название. А я! А как же я? Не хотелось бы быть съеденным кабаном, пумбой. А их там много. Ain't no sunshine when she's gone. Что же гонит уставшего туриста последние 1,5-2 часа по этой супер интересной тропе? Ни голод, ни тетка, даже не дикий кабан в вольере для оленей. Гонит жажда и надежда на то, что через 5, 15, 25 или 55 минут мы встретим родник с прохладной, студенной водой. И эта вода не кончится сразу же после 300 грамм. Можно выпить и налить еще. Выпить и налить еще. Лет 15 назад дебет этого родника был в 4-5 раз больше. Сейчас на дворе стоит апрель месяц. Вроде погода не такая уж сухая, не такая жаркая. Но воды в роднике немного. Что будет летом, посмотрим. Свою прогулку по Великой Севастопольской тропе мы вроде как бы уже и завершаем. И можем подвести небольшие итоги. Правда, предварительные. Тропа, безусловно, всепогодная и круглогодичная. Но доступна далеко не всем. Не следует на эту тропу выходить людям с какими-то болезнями или с низкой физической подготовкой. Ну а те, кто все-таки решится выйти на тропу, должны помнить о том, что нужно иметь определенный запас светового времени. Не ровен час где-то устанете, сядете, посидите, а время, оно быстротечно. Будильники у членов нашей съемочной группы сегодня прозвенели в 5 часов утра. Потом торжественный автопереезд к месту дислокации. И в 8 часов мы встали на ноги и пошли по маршруту. Отмахали все положенные нам километры. Причем не по большой морской улице, что тоже неплохо, а по большой Севастопольской тропе. Сейчас на часах 18 часов.
И мы вернулись в родную гавань, в Балаклаву. То есть за 10 часов мы совершили переход по Большой Севастопольской тропе, что и каждому рекомендуем. Особые слова благодарности хотим выразить двум севастопольцам, без участия которых сегодняшняя бы экспедиция, наверное, не состоялась. Алла Лазарева и Анатолий Бурлаченко. Огромное им спасибо. На этом очередной выпуск программы «Крымский маршрут» завершен. С вами был Владимир Илларионов. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго.